Украшаем комнату вьющимися растениями. Какие растения стоит посадить и в чем их достоинство? Для украшения комнат подойдут плющ, один из самых популярных и неприхотливых комнатных цветов. Он очень ценевынослив и даже в небольшом горшке вырастает до 2 метров. Сцендапсус вырастет при любой температуре и освещении. Красавица традисканция. Одно растение может украсить собой всю стену. Она неприхотлива, красива, с разнообразной окраской листвы. В чем же достоинство этих растений? Они неприхотливы и не требуют особого ухода. Хорошо очищают воздух на кухне, в спальне и в гостиной. Их можно использовать для разделения комнаты на зоны. Можно задекорировать углы и неровности стен. Они быстро растут, наращивая красивую листву, яркие цветы. Приносят радость. Выращивайте вьющиеся растения в своей квартире, и вы будете чувствовать себя как в джунглях. Удачи вам! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного.